Всем привет, друзья! Мы на телеканале «Казспорт» с программой «Звездная разминка». Меня зовут Азамат, сегодня с нами Карина. Карина Горичева, казахстанская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И Зарина. Зарина Цулоева, самая красивая спортсменка в истории отечественного бокса. На международной арене ее даже называют казахстанской Анджелиной Джоли. Перед основной тренировкой давайте сделаем дыхательное упражнение. Друзья, мы переходим к дыхательной гимнастике, которая позволит нам максимально взбодриться и подготовиться к силовому комплексу. Плюс ко всему, это реабилитация и профилактика респираторных заболеваний. Итак, мы будем помогать нашему дыханию с помощью растяжки основных грудных мышц. Итак, мы делаем вдох, одну руку поднимаем вверх. Шумный выдох. И меняем сторону. И где руки соединяются, делаем снова вдох. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Обратите внимание на мою грудную мышцу, как она поднимается вверх. Вдох. Выдох. Карина, я хотел тебя спросить, как ты попала вообще в тяжелую атлетику? Изначально я занималась стрельбой из лука, поступила в спортивную школу, в интернат. И в один прекрасный день, именно прекрасный день, наш тренер сказал прийти в зал тяжелой атлетики, просто подкачаться. Ну, зашла, и все. Зарина, я читал про тебя, что ты занималась волейболом, и как ты вообще перешла в бокс? Честно признаться, я пошла на бокс, потому что хотела научиться давать сдачи. И комментарий моего папы: «Зарина, ты позанимаешься месяц-два, и на этом все». Ну, в общем, так и осталось, что не месяц-два-три, а уже почти 13 лет я остаюсь в боксе и просто счастлива. Перед основной тренировкой давайте, чтобы наши гости показали два упражнения для разминки. Давайте я начну первой. Разомнем плечевой сустав. Руки на плечи, вращение плечами вперед, 4 раза, назад 4. И поехали. Раз, два, три, 4. Стоп, назад. Раз, два, три. Закончили. Отлично. Теперь давай, Зарина, покажи. У меня более динамичные упражнения. И первое, мы поработаем, разомнем локтевой сустав. В движении на носочках начинаем разминать правую ручку. Размяли, начинаем с левой ручки. Хорошо. И заканчиваем. Разминка для бокса. Да. Итак, разомнем широчайшую мышцу спины. Ставим ноги шире плеч. Я вам сейчас покажу, а потом повторим. Достаем правой рукой левую ногу. Раз, выпрямляемся. Два, выпрямляемся. И так по 10 раз. Отлично. Ну что, начнем? Начнем. Раз, выпрямляемся. Два, выпрямляемся. Три, выпрямляемся. Четыре, выпрямляемся. Пять, выпрямляемся. Шесть, выпрямляемся. Семь, выпрямились. Восемь, выпрямились. Девять, выпрямились. Десять, выпрямились. Отлично. Косые мышцы хорошо поработали, широчайшие. Да. Отлично. Все, все большие молодцы. Давайте перейдем к основной разминке. Да, давайте. Супер. Первое упражнение у нас — выпады назад. Начнем с правой ноги. Приготовились. Шаг назад сделали. И садимся. Встаем, выдыхаем. Раз. Хорошо. Два. Отлично. Пресс держим. Три. Четыре. О, ножки горят. Пять. Да. Отлично. Чувствуем, чувствуем ягодицы. Шесть. Семь. Выдыхаем вверху. Чувствуется. 8, 9, 10. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас будет тяжелее. Делаем бёрпи. Полностью. Тут работает полностью весь,
все мышцы тела. Опускаемся на прямые руки. Ноги отбрасываем назад. Грудью полностью ложимся. Корпус оторвали, таз. Ноги ближе к рукам и прыжок. Все, девочки, готовы? Да, готовы. Давайте поехали. Приготовились. Руки поставили. Ноги отбрасываем назад. Ложимся. Корпус оторвали, ноги ближе к рукам. Вверх прыжок. Отлично. Еще 4 раза. Ноги отбросили. Ложимся. Корпус оторвали. Хорошо. 3 раза. Ложимся. Оторвали руки. Прыжок. Руки, ноги. Ложимся. Ложимся, ложимся. Ложимся. Ноги ближе к рукам. Прыжок. Хорошо. Еще 2. Терпим ноги. Ложимся. Выдыхаем вверху. 1. Ложимся. Ноги вверх. Отлично. Как прочувствовать? Как дыхание? Тяжело. Работа на функционалку, да? Да. Делаем 5 раз. Можно постоянно повторять этот комплекс. Хорошо. Переходим к 4-му упражнению. Берите коврик, садимся на него. Ноги ставим бабочкой. Тут работает прямая мышца живота. Работаем пресс. Полностью ложимся. Вдох взяли, ложимся. Поднимаемся, касание пола. Раз. Работаем 15 раз. 2. Хорошо, выдыхаем впереди. 3. Отлично. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, еще 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, закончили. Как? Горит. Хорошо, хорошо. Всем спасибо. С вами была «Звездная разминка». С нами были Карина, Зарина на телеканале «КАЗ Спорт». Всем пока.